Всем привет, друзья! Сейчас абсолютно всех туристов беспокоят два главных вопроса. Куда мы можем отправиться на отдых и как нам это сделать? Сразу отвечу на первый вопрос. Практически все страны мира открыты для наших туристов, кроме Европы, куда мы обязаны сделать визу. И второй вопрос, как нам это сделать? Многие страны сейчас требуют от нас наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Например, в Египет мы обязаны сделать тест не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. В Хорватии мы должны сделать тест не ранее, чем за 48 часов до въезда в страну. В Эмираты также мы должны сделать тест не ранее, чем за 96 часов до въезда. И даже на Мальдивы мы обязаны сделать ПЦР-тест. И именно в этом видео я хочу рассказать вам, как это сделать и, самое главное, как это сделать бесплатно. Ну что, друзья, я приехала в аэропорт Борисполь, терминал Б, и именно здесь, слева от терминала, находится красное кирпичное здание, в котором находится лаборатория, где вы можете сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус, если вы являетесь держателем элитной карты MasterCard. Небольшая ремарка, что же такое элитная карта? Это карта MasterCard, которая будет у вас платиновая, уровня World Elite. Карта элитная, оплачивается? Да. Сказали, что можно сделать это бесплатно. MasterCard у вас? Так, да. Если это доступно, то тогда можно будет бесплатно. Так, регистрация на анализ COVID-19, да? Да, заполняйте анкету, фамилия, имя, отчество. Да, услуга доступна. Прекрасно. Я правильно поняла, что количество бесплатных тестов, оно не ограничено, да? В смысле, один пассажир, то есть да. Одна карта. Ну, например, вот я могу там, вот в этом месяце, например, там, в следующем месяце опять сделать тест. Ну, вот это уже надо в консьерж-сервисе. Ага, но они ограничений никаких не давали. Да. Так. Давайте увеличим. Друзья, всем еще раз добрый вечер. Я только что сдала ПЦР-тест на коронавирус, меня взяли мазок. Действительно, если вы приезжаете где-то в 7 утра, то уже к обеду вы получите готовый результат. Если вы приезжаете, как и я, вечером, то результат будет на следующий день. Печатный вариант можно получить на 48-й стойке регистрации в аэропорту Борисполь. И самое главное, даже если вы не вылетаете из аэропорта Борисполь, вы можете сдать тест здесь. Ну что, друзья, прошло ровно 4 часа, и я получила свой результат теста на почту и теперь приехала в аэропорт Борисполь, терминал D, чтобы получить результат в бумажном виде. Просканируем QR-код и получим печатный результат теста. Все, получили? Что, ребят, обращаю ваше внимание, что эта лаборатория находится в Борисполе, терминал D, 48-я стойка регистрации. И вот рядом с 48-й стойкой
есть также пункт выдачи результатов, и здесь производится материал забора 24/7. И сдать здесь тест держателям платиновых карт уровня World Elite можно абсолютно бесплатно и получить вот такой вот бумажный результат с мокрой печатью. Демонстрировать, что это точно было бесплатно. Показываю вам свою выписку по карте. Сначала у меня было минус 1 гривна, и потом даже эту минус 1 гривну мне вернули. А все потому, что World Elite – платиновая карта. Итак, друзья, я уже в офисе и хочу обратить ваше внимание на ключевые моменты. Первое. Если вы держатель премиальной карты, то бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус вы можете в аэропорту Борисполь как в терминале D, так и возле терминала B. Второе. Вы реально получаете результат теста через 3-4 часа, как в электронном, так и в бумажном виде. Третье. Если вы не держатель премиальной карты, то стоимость теста составит 1500 гривен. Да, это не так уж и дешево, но если вам нужно срочно получить результат теста, то это прекрасный вариант. И четвертое. Если вы хотите пересечь границу Украины, то это именно тот вариант теста, который вам необходим. Все очень просто, быстро, и если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.